Страна обсуждает предложенные поправки в Конституцию России. Что думают об этом чебоксарцы в нашем опросе? Я согласна, надо все менять. Стремимся к лучшему. Меня больше всего интересуют пенсии, так как я пенсионер. Чтобы пересчет сделали, потому что я работающий пенсионер. Вот. Это меня больше всего интересует, чтобы утвердили. Я за то, что провели референдум. Вот. Я бы пришла и поставила галочку, что нет, я против. Не хочу я изменений. Я хочу, чтобы Конституция осталась прежней. Ну, насчет материнского капитала очень хороший закон вышел. Сейчас как бы заводят детей, наверное, в таком возрасте, в котором они еще не способны сами себя толком обеспечивать. То есть, ну, многие сейчас семьи очень молодые, там 19-20 лет даже. Вот, и они в любом случае сталкиваются с проблемами нехватки средств. И, ну, им очень большая помощь. Ну вот в последнее время говорят о запрете отчуждения территории Российской Федерации в пользу иностранных граждан государств. Я бы добавил. Вот это добавил бы.